каждый вечер, чтобы в старых книгах, напечатанных в дореволюционной орфографии, появился слой распознанного текста. Я не пользуюсь встроенной распознавалкой Adobe Acrobat Pro. То есть тут можно выбрать русский язык. Но Adobe распознает достаточно плохо, и, конечно, он совсем не распознает старые орфографии. Хуже, конечно, когда помимо старой орфографии у нас есть слова в латинице. Аби тоже достаточно плохо справляется с этой задачей. Но все же лучше, чем встроенный функционал в Adobe Acrobat Pro. Итак, у меня стоит 12-й FineReader. Не имеет значения, 6-й, 7-й или 12-й функционал не поменялся. Качество распознавания тоже не поменялось. Программа одинаково плохо работает. Открыть. Точнее, сперва. Так как тут нету. Значит, когда у меня два языка, точнее, когда у меня латиница и старая орфография русская, я беру вот такую комбинацию. Выбор языков и отмечаю английский и русский в старой орфографии. Но тут, насколько вижу, тут надо решить, да, слова, которые будут латиницей, они совсем потеряются. Ладно, пусть будет смешано. Не буду убирать английский. Хорошо, открыть. И сразу запускается распознавалка. То есть, если надо поменять настройки, то надо все установить, удалить все слои и выбрать правильный язык документа. То есть перед тем, как открывать, надо выбрать правильный язык документа. Иначе придется нажимать на страница, удалить все области текста. Так. Распознавалка дошла до конца. То есть видно, да, что достаточно плохо распознает латиницу. Лучше, чем ничего. Можем сохранить как Word-овский файл. Ну, я обычно сохраняю как PDF. Из PDF я могу достать такой же Word-овский файл в дальнейшем. И получаю PDF с хорошим слоем распознанного текста. Его читаю, обычно отмечаю в... То есть, чтобы легче выделять интересные места, собственно, я и делаю распознавание. Что-то можно скопировать в интернет в дальнейшем. Есть программа для распознавания Devanagari, но она потребляет очень много ресурсов, и большую книгу за раз не распознать невозможно. Но тем не менее есть и такое. Можно распознать текст Devanagari. Она работает еще хуже, чем Abi FineReader, но тем не менее. Итак, наш новый файл. Я всегда выставляю в настройках File Properties. Значит, хорошо покажу, что такое, когда не выставлено. Когда не выставлено, чтобы двигаться, чтобы листать, крайне неудобно. Понять, где ты, сколько вперед, сколько назад, ничего не видно. 230% увеличение. Ужас. Что я делаю? Я выбираю Initial View и Tool Up Cover Page, то есть отдельно титул, и потом по два разворота.
Значит, надо закрыть, заново открыть, и все удобно и понятно. Мышкой прикрутили вниз, и сразу открывается то, что нужно. Собственно, и все. И можем выделять, можем отмечать интересующие нас слова, переносить, выделить текст, скопировать, перенести куда угодно. Собственно, все.